Новый год наступит, если взойдет солнце, но злые духи попытаются украсть светило, чтобы навсегда получить власть над людьми. Когда заканчивается полярная ночь, оживают легенды, мифы, предания. У нас с вами уникальная возможность увидеть настоящую сказку. Вместе с отважными героями победить темные силы и произнести слова новогодней молитвы в программе «Тень Ивана» 31 декабря в эфире телеканала «Север».